Приглашаю команду «Максимум» с капитаном команды Ибрагимовой Рашидой, в составе команды Аксакова Розалия, Жданова Зульфия, Шигапова Рамзия, Султанова Ольга. И с девизом команды «Максимум усилий, максимум дел, стремимся мы к победе, это наш удел». Ура! Поприветствуем! Всем привет! Поехали! Меня зовут Рашида. Команда «Максимум» представляет продукт новый продукт компании CoffeeCell BH. BH – это уникальный продукт, в составе которого белый императорский женьшень в возрасте старше 6 лет и имбирь. Содержание женьшеня 95%, а имбиря 5%. Продукт расфасован в растительную капсулу, тем самым отлично подходит для вегетарианцев. А также обратите внимание на яркую красочную упаковку в стиле CoffeeCell. Белый императорский женьшень выращивается в экологически чистом районе Чанбайшань, горы Чанбайшань, что находится между Китаем и Кореей и является охраняемой зоной ЮНЕСКО. Когда-то, много лет тому назад, известный ученый, китайский доктор, травник, доктор Ли собрал вокруг себя целую группу врачей, больше 40 человек, для переговоров. Они думали, как и сколько лет и на какой почве выращивать женьшень, чтобы он стал мощным адаптогеном. И нашли такой способ, по которому в течение 30 лет выращивается наш женьшень. Выращивание настоящего женьшеня – сложный и кропотливый процесс, который требует строгого соблюдения высоких стандартов. Для выращивания женьшеня выделено 8 тысяч гектаров земли. В местах, где будет выращиваться женьшень, 30 лет росли высокогорные красные сосны. Их зеленая масса опадала и перегнивала, улучшая, одобряя землю полезными микроэлементами. Затем сосны срубили и сжигали, а золу перемешивали с землей и два раза переворачивали. После этого только сажали женьшень. Ни в коем случае не применяются пестициды, гербициды и фунгициды. На эту землю сажают женьшень и через 2 года пересаживают на новое место, выше над уровнем моря. Так женьшень пересаживается 2 раза в течение 6 лет. В процессе пересадки условия становятся суровее и происходит естественный отбор выживания. Выживают самые сильные и стрессоустойчивые экземпляры растений. И такие корни больше накапливают себе биологически активных веществ. И женьшень становится мощнейшим адаптогеном. Обработка корня белого императорского женьшеня производится во Франции на высокотехнологическом заводе с использованием технологии криодробления в атмосфере жидкого азота. Благодаря этому сохраняются все полезные свойства женьшеня и активные компоненты женьшеня. Белый императорский женьшень славится тем, что в нем содержатся особые вещества, гензинозиды, сапонины, а также органические германии. Таких веществ в других растениях практически не осталось в процессе эволюции. Кроме этого, в женьшене содержатся флавоноиды, все группы витаминов, макро-микроэлементов, а также пептидов и 18 жирных кислот. Применение женьшеня поддерживает работу практически всех систем организма, повышает иммунитет, нормализует уровень сахара в крови, нормализует давление и налаживает работу сердечно-сосудистой системы, регулирует, способствует коррекции веса. Наш женьшень не имеет противопоказаний, его можно применять в любом возрасте, детям тоже можно, и старшему поколению, а также можно давать даже беременным женщинам. У нас есть даже понятие «женьшеневые дети», когда женщины долго не могли рожать и применяли женьшень,
и родили абсолютно здоровых детей. У нас очень много положительных результатов по здоровью, кто применял женьшень. А вообще про нас, женьшень, можно говорить очень-очень много, долго. Мы вот все уже заказали этот женьшень, наш новый женьшень, и ждем с нетерпением появления его в России. Все у нас. Прекрасная презентация. Спасибо большое. Поаплодируем, коллеги. Скажите, пожалуйста, если это натуральный продукт, то почему такой большой срок годности у него? Во-первых, женьшень упакуется хорошо тогда. И, во-вторых, женьшень сам по себе, он имеет вот бактерицидные свойства. Я даже вот дома как бы для эксперимента оставила вот такой женьшень, чай с женьшенем заваривала, да, и обычный чай заваривала. Чай с женьшенем несколько дней, даже вот, ну, я просто уж 3-4 дня держала, потом думаю, смысла нет. Плесень не образуется. А в таком чае, вы если сами знаете, да, на второй, на третий день уже наверху плесень образуется. Прекрасно. Удовлетворил ответ? Ну, в принципе, да. Второй вопрос. Второй вопрос. Здравствуйте. Я рассказала все очень подробно. И почему я должна верить именно вам? То есть дистрибьютор рассказал о продукте, все очень конкретно, подробно, с результатами. И клиент спрашивает, а почему я должна именно вам верить? Как вы ответите на этот вопрос? Мне верить? Да. Потому что у нас есть все документы. У нас есть сертификаты, вот видите, вот все сертификаты у нас есть. Ну, у нас все доказательства, у нас есть GMP-стандарт, халяль-стандарт, ICO. У нас есть даже вот то, что мы учебу проходили на Тайване, проходили, это нам вот выручили, ой, переворачивают, вы видите, вот. Это нам, мы проходили учебу на Тайване, и нам выручили вот этот вот, будем говорить. Вы дали такие сертификаты. Спасибо. Замечательно. Спасибо. Третий вопрос. У нас еще вот такая вот замечательная книга, которую Нарек Сириканян написал, и под редакцией академика Шабалина. Очень интересная, хорошая книга. Вы не пожалеете. Это спасибо. Наша настольная книга. Спасибо. Исчерпывающее объяснение. Спасибо огромное. И еще один вопрос. Вот я сейчас купила продукт, буду его кушать, мне станет лучше. И что, я все время должна его кушать? Всю жизнь? Ну, если вам нравится, у нас ведь люди вот всю жизнь кушают. Вот президент наш говорит, он с 12 лет кушает, да? Мы сами, допустим, уже как начали, вот в течение 2 лет мы и чай, и кофе, и все употребляем, и женьшень. Ну, вы можете выборочно выбрать себе, либо вы женьшень пьете, либо вы чай или шоколад пьете. А кто по здоровью, у него какие-то проблемы уже есть, серьезные проблемы, да? Ему, конечно, лучше чистый порошок женьшеня пить, вот BH, например. Спасибо. Прекрасно. Спасибо большое. Спасибо большое и за презентацию, и за ваши развернутые, полные ответы, действительно исчерпывающие. Поаплодируем команде максимум. Спасибо. Спасибо большое. Вы большие молодцы. Киксы летят на счет, все честно и открыто, моментально. Я прошу подготовиться к команде «Северяночки». И представляю команду «Северяночки» с капитаном команды Переседовой Раисой, в составе команды Лемехова Елена, Ступнева Елена, Гаранина Анна, Корзеева Нина. Вот. И девиз команды «Есть отряд под знаком спец, это наш Череповец». Спасибо огромное. Добрый день всем.
Я рада приветствовать всех вас в виртуальной комнате. Замечательно. Зовут меня Лемехова Елена. Я являюсь представителем группы номер 22 «Северяночка». И речь сегодня пойдет о самом замечательном, самом актуальном, самом необходимом продукте М. Что он делает? Прежде всего, он улучшает работу сердца, мозга, восстанавливает работу определенных гормонов, он улучшает свойства кожи. И вот я хотела бы задать вопрос, как вы считаете, вы хотели бы иметь хорошую кожу, крепкую иммунную систему, сердечко без боев, вы хотели бы иметь правильный гормональный фон? Я думаю, все скажут «да». Правильно? И немножко статистики хочу сказать. Люди Крайнего Севера очень редко болеют проблемами сердечно-сосудистой системы, атеросклероза и живут до глубокой старости в полном здравии и хорошем уме. С чем же это связано? Это связано прежде всего с тем, что они кушают мясо нерпы, моржей, тюленей, очень богатое полиненасыщенными жирными кислотами. Чем богат наш продукт М? То есть, чем актуален этот продукт и чем он хорош? Он хорош прежде тем, что в состав его входит уникальная фракция полиненасыщенных жирных кислот, которые нужны для нашего организма. Прежде всего, это строительный материал для мембраны клетки. Что это такое? Прежде всего, это идет правильное деление, восстановление клеток всего организма. А это и иммунная система, обновляются клетки и правильно делятся. Это очень хорошее укрепление сосудов кровеносных. Мега не дает образовываться бляшкам атеросклеротическим. Нормализует артериальное давление, нормализует холестерин, то есть липопротеиды высокой плотности, дает правильное его созревание и нормализацию холестерина в крови. То есть и дает таким образом очень хорошую текучесть крови. То есть бляшки холестериновые не откладываются в кровеносных сосудах, что очень хорошо воздействует на работу сердца и сосудов. Это прежде всего профилактика инсультов, инфарктов и ишемической болезни сердца в общем. Что делают еще полиненасыщенные жирные кислоты? Они великолепно восстанавливают работу нейронов. То есть нейроны – это нервные окончания нервных клеток, идут правильные импульсы от нейрона к нейрону. Таким образом появляется очень яркая реакция, быстрая реакция, восстанавливается память, концентрация внимания. Очень важно. Очень хорошо продукт работает именно на эмоциональный статус в этом плане. То есть укрепляется центральная нервная система, что очень важно, особенно в последнее время, согласитесь со мной, правда? И следующее, что делают полиненасыщенные жирные кислоты, это строительный материал для некоторых гормонов. Для гормонов надпочечников, то есть очень важных гормонов, которые регулируют нашу иммунную систему, и гормонов половых желез. То есть они восстанавливают работу репродуктивной системы как женщины, так и мужчины. И таким образом вопрос бесплодия, естественно, решается. Почему? Потому что клетки и эстрогены женские, и тестостероны мужские становятся здоровыми и рождается здоровое поколение. Это очень важно. И еще одна актуальная проблема, особенно в промышленных городах, это, конечно, состояние нашей кожи. Кожа при употреблении полиненасыщенных жирных кислот становится бархатистой, упругой, эластичной, молодой. И поэтому все вопросы вот кожных проблем, они решаются очень хорошо и замечательно. И поэтому обобщаю, этот продукт нужен как строительный материал для всех клеток нашего организма, а мы с вами состоим из клеток, и поэтому для того, чтобы клетки делились, были здоровыми, для этого необходимо иметь комплекс полиненасыщенных жирных кислот и жить, и радоваться этой жизни, и быть всегда в хорошей работоспособной форме, и как раз жить активную жизнь до глубокой старости. Что я вам это и желаю. Здоровья, успехов и процветания в бизнесе. Спасибо. Чудесно. Спасибо большое. Дочка, молодец. Прекрасная презентация. Сразу захотелось. Открываем. И вопросы. Коллеги,
Я предлагаю подготовить первый вопрос. Я вам задаю вопрос. Вот, входит ли ваш продукт Мега в медсправочник Видаля? Еще раз повторите. Входит ли ваш продукт Мега в медицинский справочник Видаля? Есть же такой справочник? Да, есть такой справочник, и часто мы пользовались раньше, когда ну, как бы были в доверии, входили клиентов, там этот продукт существует. Как и вся классика, Мега тоже там есть. Прекрасно, спасибо большое. Второй вопрос. Что означает стандарт GMP? Стандарт GMP обозначает, есть несколько стандартов GMP, но стандарт GMP технологии именно наших биологически активных добавок, которые производятся именно во Франции, является высочайшим качеством приготовления, где используется степень приготовления, это криогенный способ дробления, готовятся фракции, берутся фракции и замораживаются при температуре минус 196 градусов, где сохраняется именно целостность клетки, о чем я сегодня говорила, она не мутирует, не изменяется, ничего с ней не происходит, она в живом виде, когда мы ее берем вовнутрь и запиваем водой, таким образом она встраивается в нашу клетку, восполняет дефициты, и организм таким образом восполняет дефициты, улучшается общее состояние. То есть это очень высокий стандарт качества GMP. Прекрасно. Ровно в минуту уложились. То есть... Третий вопрос. Так как я недавно только знаю ваш продукт, и меня интересует вашу компанию, меня интересует... Какой комплекс входит в Мега? Еще раз. В какой комплекс? Мега? Мега входит в комплекс классической линии Project V. Project V. Очень замечательно, что Мегу включили в этот комплекс. Вот. И она раньше была в восстанавливающем комплексе, но посчитали так ученые, что Мега необходима всем каждому. И беременным женщинам очень полезно и необходимо, и взрослому населению, и детям эта Мега нужна. И поэтому ее включили в Project V, в классическую линию. Спасибо производителям, спасибо нашему президенту. Спасибо большое, коллеги. Я еще раз от лица компании желаю всем успехов, желаю побед.